Ребят, всем привет! С вами Квантум и Кратос. И знаете, что такое CSGO в виртуальной реальности? Сегодня вы узнаете, что такое CSGO VR. И мы должны вот этим вот оружием играть друг против друга. Мы должны его сами заряжать, перезаряжать и убивать друг друга вот таким вот образом. Видите, это все очень сложно. Антон, ты готов к этому безумию? Я готов! Ну ты красавчик просто, попробуй пулемет зарядить, ты офигеешь, как это сложно. Сейчас будет жесткая дуэль, если вам понравится видео, вы захотите еще, подписывайтесь на наши каналы и лайки обязательно. Так, смотри, я все подготовил, у нас карта будет, видишь, какая карта у нас будет, бридж. Потом с воркшопом еще добавим карт прикольных. И погнали, короче, давай. У нас запускается лобби. И, ребят, заранее прошу прощения за звук, потому что в VR приходится перемещаться, и возле микрофона сидеть я не могу, но со временем я что-то придумаю. И также прошу прощения вот за это вот дурацкое окошко, которое вылезло прямо во время записи, и я его не видел. В следующий раз такого не будет. Но если вам понравится VR и вы захотите еще, не забывайте про лайки и про подписки. У меня есть калашик. У меня петух. А, Антон петух, понятно. Я тебя вижу. Я тебя тоже. Ты меня видишь? Да. Да ты у шлепок что ли? Подожди! Иди нафиг, дай я поближе. Тут ежи противотанковые. Я тебя вижу, сучка. Я в тебя попасть не могу. Уже присел. Вставай, мурло, говорю. Ай, блин, там стол. Это тяжело, пацаны. Ты где? Да сдохни, у меня патроны патроны закончились, что делать? Это нож, блин, где патроны? Это пистолет! О, сука, это... Да сдохни, нах! Патроны закончились! Забери пистолет, забери! Уйди оттуда! Что это? Уйди отсюда! У меня ничего нету! Уйди отсюда! Как зарезал? Сука, зарезал меня! Опа-на! Ах ты сучок, Антон! Блять, пацаны, а у меня ничего нету! Где я вообще? А, вот я! Ты где, Антон? Какого хрена ты такой высокий? Ты реально как в жизни высокий, ты понимаешь? Да. Блин, ого! Ништяк! Ава потоп! One kill! Оху, да, детка! Чё ты, где ты, мурло, а? А, я ж передергивать надо! Я шатал. Ща я тебя убью. Убей меня. Испугал меня у шлепа в предыдущем раунде. Где ты, Антонина? Оружие не видишь? Не, ты где? Ты на крыше где-то? Да. Еще выстрели. Сука, ты знаешь, как со стороны, наверное, выглядит? Я не знаю. Иди в жопу! Это еще сложнее, чем в CSGO! Я, блядь, Нео! Говно, выходи оттуда! Ты где? Ты чё, баклан? Сучка! Ты откуда там взялся? Ты чё, пост по полу что ли? Я тебя не видел! Ебан ты баклажан, ты чё творишь? Я маленький, ударенький, сука, ты где? Я иду. А мне сколько быть сложно в этой игре? Можно мне другое оружие? Давай! Чик-чик нахрен! Тихо, я это, поправлялся. Ебан! Ты чё там устроил? Антошенька! Where are you, my friend? На тебе! Сука. На тебе! Да это не честно! Вот так, мазафака! У меня UMP! Да? Что? Заряжайся, дура! Беги, давай, давай! Ты чё присел? Иди сюда! Как Гука. В 45-м. Ты Гука. Что? Мы друг друга убили! Мы друг друга убили, ты чё?
What the fuck? Ты что, с пулеметом что ли там? Ёб твою за ногу, я вижу, трассеры летят в меня, иди ты нафиг. Долбанное мурло. CSGO VR это, конечно, топовая штука. Пацаны, CSGO VR это сложно. Это очень сложно. Вроде и реальность, а вроде и нет, а еще и вспотел. Ты что, серьезно? Ты напрягся и вспотел? Ты что, попутал? Ты что, не взорвался? В башку тебе, козел. Че ты разговариваешь-то? Бля, пацаны, вы видите, он реально как житель, блядь, такой же огромный, пиздец. Победа! Это Даст 2, Антон, слышишь, это Даст 2. Антон. Данил. Ты где? Еман, у него отдача. Патроны уйди! Ты как лох, я со шприцом укол, инъекцию хочешь сделать какую-то. Ты понимаешь, что это, ну, блин, он не стрелял просто. Мне показалось. Так, кто здесь? Ушлепок, а там щенок просто с козложок. Так, давай перезарядимся. Как дробовик перезаряжать, стоп? О, я научился калаш перезаряжать, прикинь. Офигеть, а ты где, Антон? Давай, дуэль. Я же тебе на машине приеду, можем перестать в тачку сесть? Да, дробовик. Идем. Идем к тебе. Ого, что я научился? Что ты научился? Тебе жопа, Данечка. Чему ты научился? Дробовик в двух руках держать, сука. А, ничего себе ты какой. Чё? Я не понял. Перезаряжайся! Да сдохни, мурло, есть! Ты чё, убил! Ушлёпок, я аж нож потерял за тебя. О, снайпер. Козёл. АВП, Данил, давай на А. На А? На А. Это получается прикольно. Я боюсь, я упаду. Не, я прыгаю, не все четко. Бля, в стену въезжаю. Долбанный VR. Ты где уж лепок? Канина Антонина, выходи нафиг. А козел, ты где есть? На чем я? Ну ты чё, начало? А как ты закупил? Как ты закупил оружие? Теперь тебя козел должен выкурить. Не знаю, как я это должен сделать, но я должен это сделать. Я возбуждаюсь, я готов! Ты лох! Вот кто ты. Где-то. А ты где? Я на А. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Козёл. Давай, перезарядка! Тири-дири-дири. Козёл. Как ты козел такой? Фу! Чё-то сюда прилетело, говорят, нехорошее. На тебе, бля. Ай, наушники выдрались, не слышу ничего. Где ты? Сука, уха. Где ты? Ты где? Ты чё, дурак, что ли? Мы чё, друг друга убили опять? Ребят, ну что же, на этом все. С вами был КВ Антон и Кратос. Мы играли в CSGO в виртуальной реальности. И захотите еще больше таких видео, поставьте как можно больше лайков. И мы запишем еще этих игр. Всем до скорых встреч, всем пока. Пока-пока. Ря-тря.